Всем привет и... Ну, Дебют Димит робот. Сокольников. Сокольский это B4. Не путай понятия это. Очень важно разбираться в теории этих продолжений. На А4 это естественный ход. Даже Да, ставим эти E4, отложенный F3, гамбит. F3, F3, F3. На F3. Смотри, как у нас идея появилась, редчайшая просто. Перевести ладью со взятиями. Ого. Ну и все, у нас доминирующая позиция абсолютно. Не знаю, с кем она доминирует, правда. Ну, Ну и ладья. все. Надо D4, пользуясь положением ладьи, как-то... Да Да. можно даже не внимание обращать на это. Нет, мы не должны терять темп атаки. Сейчас D5. В тело. Заехали, да? Да. Сейчас он идет конем на E7, а мы пойдем с том B5. Нет, не, к сожалению. C3. Что делать? C3? Это ты пошел или я? Не знаю, я, наверное. По крайней мере, я движение туда совершил. D6. D6. D6 мы закрываем все магистрали до своей атаки. Ну D6, ладно. D7, D8, ферзь. Кто это волнует? Алло. Можно... Да, Никита, я тебя слышу. А я тебя нет. Почему? Не знаю даже. Как игра? Король Е2? В духе предыдущей игры как бы. Конечно, король Е2. Алло, Никит. Так, Наш загрузка, король стоит да? У меня хорошо. пауза. Дело в том, что слон не подставился. Да. Он Так, еще подставился, и мы отлично. продолжаем, ребята. Да, и только что мы взяли коня, на всякий случай. Покажем этот момент в замедленном повторе. Нет, не покажем. В общем, сейчас такая позиция на доске. Что делаем? Ферзя никак не получается пожертвовать. Нет, к сожалению. Печально. Ну, король у нас сильный, нужно усилять позицию короля, я считаю. Как? Ладья c4. Шах. Тогда да. Ну давай пойдем. Ладно, мы не будем менять ферзей, это слишком банально. Мы пойдем атаковать. Здесь он сейчас попытается дать какие-то шахи, просто король на Е3 пойдет. Ну да, тут он играет, наверное, правильно, и мы пойдем держи один. Нацеливаемся на короля. Что думаешь? Напали на мат, да? Да, беда в том, что в некоторых вариантах нам дают мат. Ну давай, h4. Нет, ладья H4. Зачем H4? Ты понимаешь? Вот посмотри, вся суть нашего дебюта в том, что мы ладью подтянули. Вот посмотри. И вот ладья продолжает свой маневр, который был запланирован еще много ходов назад. Вот ладья H4. То есть, ну, стратегически у нас партия. Да, это очень редкий случай, на самом деле, в современных шахматах, когда один и тот же план проводится от начала партии до конца. Ферзь А6. По-моему, просто учебный пример, по-моему. Ты как думаешь? По Ну и книжке. вот, и, собственно, и с помощью этой ладьи мы сейчас дадим мат. Она защищает матующую фигуру. Но, к сожалению, нам шах. Да, Или мы ну. можем пожертвовать эту ладью, как думаешь? Может быть, нам просто конь G5 пойти, нет? Нет, смотри, ты не понимаешь одного момента. Дело в том, что в идеале все фигуры должны участвовать в атаке. У нас явно не все фигуры участвуют в атаке, потому что король участвует в атаке, правильно? А, да, короля нужно вести на H6, да? И теперь в стиле бессмертной партии Short Timon король пошел на H6, как бы. Как бы и препятствий к этому тоже нет никаких, да? Не знаю, честно, но я не думаю, что он вообще видит эту идею. Только что думаю, что да. Ну да, король пришел. Ну и... Все. Ну и можно дать мат. Ну можно, да. Ну, круто. Да. Спасибо за внимание. Да. Все.